Ну, а что происходит после? После происходит следующее. Да, видишь, тут все блогеры. Там у нас Андрей Малахов, который, как всегда, провел великолепный эфир. Здесь у нас огромные базуки. Здесь у нас есть даже девушка с огромной грудью. В общем, здесь очень много разных интересных, самых необыкновенных людей. И самое главное, что атмосфера несколько совершенно иная. А когда видят героя, герою есть всегда определенное требование, чтобы ему стоило или не стоило изменить. Но после эфира, на самом деле, у людей совершенно более дружеские характеристики. Почему-то, на самом деле, когда мы приходим в Инстаграм, в телевидение или куда-то еще, начинается достаточно агрессивное поведение. А после же живые люди ведут себя как все живые люди, они абсолютно дружелюбные, они совершенно необыкновенные. Девушка с большой красивой грудью. И девушка с маленькой, такой симпатичной. Самая-самая любимая. Вот, что здесь очень много известных личностей, очень много людей, которые так или иначе известны в Инстаграме, известны в разных своих точках зрения, которые они выступают. Очень много ребят уже ушло, были пластические хирурги, было очень много чего. Но хотел бы сказать одного. Здоровья вам. Я сам говорю.